Сегодня это свершилось. Мне поэтому приятно, я трудового коллектива, я проинформирую всех своих людей, что наше послание, которое мы направляли в исполнительный комитет, стало реальностью. Я думаю, сегодня очень приятно родителям, очень приятно родственникам, близким. Я думаю, очень приятно будет это и детям, потому что память их отца достойным человеком, он этого заслуживал, и им надо гордиться. И эта гордость и незабываемая фамилия останется, я думаю, на много-намного десятилетий в наших сердцах и в жителей этого района. Почему я говорю так об этом районе? Потому что по всей Украине, по всему бывшему Советскому Союзу, и скажу честно, в Европе не найдете такого уголка и такого района, перенасыщенного промышленными предприятиями. Можно по-разному относиться, но он стоял в истоках создания города Запорожья. Здесь концентрировались промышленные предприятия, здесь жили люди, начиная в палатках. Они возвели Припогэс, они возвели Запоросталь, они возвели металлургический комплекс как основу могущества нашего города, нашей области. И я думаю, дань уважения этим людям мы сегодня несем через сегодняшнее мероприятие, где мы сказали честно, открыто и с полным сердечным восприятием происходящего, что человек, который руководил этим районом, этого заслуживает. Потому что этот район очень сложный. Не будем сегодня расшифровывать, что здесь еще надо сделать. Но то, что навстречу пошла нам исполнительная власть, и то, что услышала нас и промышленников, и громаду, я этому радуюсь. Я думаю, район будет всегда показывать образцы поведения и образцы реконструкции и модернизации, приведения территории в порядок и жилого фонда. Вот так бы я охарактеризовал сегодняшнее мероприятие. Спасибо. Мне очень приятно.